Они – покорители огненной стихии. В столице Чувашии появился памятник огнеборцам. Идея установки монумента возникла 4 года назад. Спустя год утвердили эскиз, а после открыли сбор пожертвований. Композиция представляет из себя каменную арку, в основании которой гранитный колокол, а на вершине – икона Божьей Матери, неопалимая Купина, покровительница российских пожарных. Каждый из вас идет на службу, спасая людей в чрезвычайной ситуации. Вас ждут дома родные и близкие. Поэтому я хотел бы пожелать вам, чтобы достойно, с честью, выполняя поставленную задачу, вы возвращались живыми и здоровыми к тем, кто вас любит и ждет. Лучших огнеборцев наградили медалями, грамотами и благодарностями Главного управления МЧС по Чувашии. Вспомнили тех, кто погиб, выполняя свой служебный долг.